Рецепт, как приготовить сочные рыбные котлеты по-еврейски, подсказал мне один друг родом из Израиля. Самый необычный для меня ингредиент – это кедровые орехи, но получилось очень вкусно. Не рекомендую использовать дорогие сорта рыбы, потому как в сочетании со специями и панировочными сухарями никто не заметит разницу. Котлеты подают с соусом или с гарниром. Используйте готовое рыбное филе или хорошенько зачистите рыбу от костей. Подавайте котлеты сразу после обжаривания. 1. Отправьте сковороду на огонь, выложите кедровые орехи, помешивая, обжарьте их в течение 5-8 минут до золотистого цвета. 1. Отправьте сковороду на огонь, выложите кедровые орехи, помешивая, обжарьте их в течение 5-8 минут до золотистого цвета. 2. Рыбное филе нарежьте кусочками и в блендере или в мясорубке измельчите в фарш. 3. В миске смешайте рыбный фарш с кедровыми орехами, измельченным луком и зеленью, панировочными сухарями, яйцом, солью и специями. 4. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Сформируйте небольшие котлеты и выложите их на разогретую поверхность. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки. 5. Переложите котлеты со сковороды на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков жира.